Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні хотілося б поговорити про українську дитячу літературу. Тому в гостях у нас дитячий письменник Сергій Бакуменко. Вітаю вас, пане Сергію. Радий бачити вас в нашій студії. Але перед початком нашої бесіди хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування. І сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Яка функція дитячої літератури найголовніша, як ви думаєте? Три варіанти відповіді, як завжди. Якщо ви думаєте, що це функція освітня, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо вважаєте, що виховна, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. А якщо вважаєте, що розважальна, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до нашого гостя, телефонуйте до прямого ефіру за телефоном номер 728-7207. Отже, пану Сергію, сьогодні хотілося б поговорити, як вже я казав, про українську літературу і про дитячу літературу, про дитячу книжку. Як би ви взагалі охарактеризували українську дитячу літературу? Чи вона є в Україні, чи її нема? Чи потребує допомоги, чи навпаки? Ну, все про дитячу українську літературу. Значить, дитяча література, вона как бы ще в неплохом сьогодні світі представлена. Чому? Є наслідя, собственно говоря, совєтської літератури, яка ще стоїть на полках очень многих мам, пап, які передають своїм дітям, внукам. Да? Вот, я, кстати, вот все чаще на каких-то встречах в различных городах меня подходят и спрашивают, а рекомендовали ли вы бы Григория Остера вот внуку? На моей презентации. Однозначно ли это? Поймет ли он? Все-таки это такой сарказм, юмор. Как бы не будет ли он делать как вредные советы? То есть на самом деле будет ли он буквально понимать? И из этого вопроса я понимаю, да, это было, например, в Харькове недавно мне задали такой вопрос на моей презентации, и я говорю, да, конечно, конечно, но только под вашим наблюдением, чтобы действительно вы же понимаете, что это ирония, да? Вот. А есть другая литература. У взрослых по повинен бути якийсь контроль. Контроль обязательно. Обязательно. Даже в літературі, так? Да, потому что все травмы ребенка, они заложены в детстве. Если родители, например, не обращают внимания на ребенка и отправляют его к бабушке, то все, что бабушка дала этому ребенку, все и будет. А вот родительский минус будет виден. Будет виден всегда. Поэтому очень хорошо, когда и бабушки отправляют, и заботятся, да, дома. Когда, понятно, работа, все, бабушке можно отправить. Но ребенок берет в возрасте, скажем так, до 14 лет, это только источник его родителей. Он всегда сравнивает себя со своими родителями, близкими, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. И в итоге мы, взрослые люди, это продукт воспитания родителей и школы, конечно же. Поэтому с литературой, как бы там ни было плохо, всегда есть наследие книг, вплоть до, там, кто у нас, да, какие-то писатели еще, Самуил Маршак, да, прекрасный, который актуален всегда. Возьмите любую книжку, откройте, и вы увлечетесь. На какой бы мове она бы не была. Да. Ну, это так, я с вами згоден, але не будем мы долго томить наших телеглядачей. Глядачів, ви не з порожніми руками сьогодні. Я знаю, що відносно нещодавно ви презентували свою книгу. Декілька видань було, так? Я помиляюся. Да, так. Да. Будь ласка, розкажіть, про що, даже не про що. Чому вчить ця книга? Я б так сказав. Значить, я написав таку книжку для того, щоб діти росли добрими. Вот. И когда я замыслил эту книжку, я еще подумал, вот я, собственно, тогда еще был фанк-музыкант, лидер группы «Цирк», вот. Смогу ли я в этой гаузе как бы достигнуть певных успехов? Да, так и вышло, что книжка стала бестселлером. Это третье переиздание этой книжки «Ребятам и котятам». Выпустил и Тернополь, и Одесса. Эту книжку можно найти в различных
различных городах, она лежит на полках разных магазинов. Но так вышло, что я стал делать такие уроки доброты. То есть мои презентации книг вдруг переросли в уроки доброты. Меня стали звать по одесским школам. Угу. И эта книжка действительно несет доброту. Мало в какой школе одесской я не был с этой книгой. Около 70-80 уроков за этот год я дал. Вот. И это, ну, как бы вам сказать, это очень отрадно. Почему? Мне звонят и говорят: Сергей Сергеевич, здравствуйте, мы хотим урок доброты. Да, великолепно, отлично. Я говорю, из какой вы школы? Из 81-й. Я говорю, я же 81-й давал. Ну да, но вы давали в третьем А, а мы второй Б. Да, да. И это очень, я очень благодарен судьбе, Господу Богу, вообще детской литературе и моей подруге Анне Варваренко, которая оценила мои уроки, и мы стали партнерами и стали ездить в школы. Угу. Вот так вот, да. Ну, до речі, дуже цікаве названня «Ребятам о котятах». А чому саме о котятах? Чому там не про хомячків, чи собачат, чи ще якихось там? Если вы мне позволите, вот по вот этому рассказику, Олег, уже даже кинематографисты Лена Кутинова, да, вот Лена Кутинова и Артур Садовников, наши одесские кинематографисты, уже сделали фильм, и он с успехом идет на фестивалях, я даже слышал, в Америке, в Конго. Пробачте, дозволю, обов'язково дозволю, с задоволенням послухаємо, але є телефонний дзвінок, так. Я пропоную поспілкуватися з телеглядачами нашими, а потім продовжимо про книгу. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Я дуже благодарна телекомпанії «Круг» за такого гостя. Угу. Сергій Сергійович, дозвольте вас поблагодарити і низько вклонитися к вам за ваші уроки доброти, за ваші книги, тому що доброта спасе мир, не красота, а доброта. І ваші книги дають ваші, во-первых, ваші книги, ваші встречи з дітьми делают їх гражданами, їх делають людьми. Это самое важное, что есть. Он может не знать что-то из физики, но если он не стал человеком, это, значит, он никогда не состоял, не будет у нас государство. Поэтому я бы хотела таких, как вас, клонировать, чтобы такие граждане были, как вы. Тогда у нас бы состоялось государство. Спасибо и низкий поклон вам. Благодарю вас. Дякую. Дуже приємно чути такі слова. Ну, питання не прозвучало. Я поставлю. Вы не подстроили этот звонок? Нет? Нет. Клонировать меня? Фу, да, интересно. У нас все звонки реальные, 100%. Так, бо, супер. Я даже не знаю, кто так это... Так приятно просто. Приятно. Вообще. Але я поставлю питання впродовж теми, яка прозвучала, так, про доброту. Як ви вважаєте, а чи можна навчити доброті? Бо уроки доброти. Доброті можна взагалі навчити? Чи вона або є у людини, або її нема. Нет, я думаю, что доброта – это такой процесс, который как бы рождается. Ну, например, вы очень богатый, Александр, и вы, у вас очень много денег, вот. И вы так думаете, я достиг всего в жизни, зачем мне эта доброта, все у меня как бы есть. Но бывает совсем другое. Приходит в дом совершенно разная ситуация. И вдруг у вас нету ни этих денег, ничего. И вы вдруг понимаете, что вы... Вам требуется эта доброта ближнего. Вот. И каждый раз к нам доброта приходит под разным там колпачком, шапочкой, в разном одеянии. Вот. Нам всем очень нужна доброта. Мало того, я открою маленький секрет, как я это понял, что доброта и любовь – это одно и то же. Абсолютно. То есть... Мы любим какого-то человека и тут же проявляем к нему доброту. А если мы не любим, то мы проявляем плохие чувства. Mm. Но Бог нас всегда учит, и Вселенная нас всегда учит, стучит нам по маковке и говорит: ты ошибся, друг, тебе надо полюбить кого-то, и тогда ты моментально этот процесс. Потому что я ребятам, когда я не учу доброте ребят, я им напоминаю. У них есть родители, учителя. И, кстати, я хочу вам сказать, я очень благодарен Елене Буйневич, нашему главному учителю из департамента образования. Спасибо вам, Елена, вы воспитываете классных, хороших, добрых детей. Я все время слышу: ой, мы потеряли поколение. Никого мы не потеряли. Нам бы, дай бог, себя бы, взрослых, не потерять. У нас дети абсолютно добрые, с чистыми глазами. Я был на уроке, взял своего кота Шпротика. Дети
значит, передавали его как реликвию. Это кот писателя доброго. Вот, гладили его. Это было так замечательно, когда дети в руках хороших учителей, хорошего образования. Несмотря на то, что, конечно, образование у нас стало другим, но... Діти добрі. Ну, це дуже важливо. Дуже важливо, хто виховує дітей. Конечно. І від батьків це залежить, і від вчителів. Повертаючись до книги, ви хотіли розказати про що? Про... Я хотів вам быстренько прочесть маленький рассказ. Будь ласка, так. Как-то раз гулял котенок перед жилыми домами по своему району. Идет себе жизнь и радуется. Вдруг вырос перед ним мальчишка Олег. В руках у Олега палка. Замахнулся Олег на котенка палкой. Котенок ему говорит: не надо, Олег, меня палкой бить. А то ударишь меня, будешь свою жену бить. А потом и детей вы своих будете бить. А те своих будут бить. Не начинай вереницу зла. Лучше посмотри на солнышко и порадуйся. И знаете, когда я читаю такое второклассникам, третьеклассникам, у меня первое время было, я такой думал, как они отреагируют на вот эту вот, ну, построенную мною. А очень хорошо. Я их потом спрашиваю: ребята, что вы поняли из этого рассказа? Они разумеют, про что идется, так? И они такие: Сергей Сергеевич, можно, можно? Нельзя никого бить. Следующая девочка говорит: я вот видела, как один мужчина замахнулся на кота. Я подошла, ему говорю: не бейте его. И я вижу, что этот рассказ в точку. В принципе, эту всю книжку можно было не выпускать, выпустить один рассказ. Олег, вот. И мы бы добились уже результатов. Но у меня разные истории. И про честное сердце, когда котенок был честным. Вот. И ласка и забота, когда котенок искал ласку и заботу и не замечал, что она рядом с ним. Вот. Потом учись хорошо. Потом о помощи родителей. О вежливости. О вежливости здесь вообще момент такой. Я успеваю подойти ко всем детям, даже если их 30 в классе, или бывает мне целая школа собирает 5 классов. Как-то бывает такие-то где-то... Это складно. 5 классов – это как минимум 120-130 человек. Я успеваю пройти и у каждого спросить его мнение. И, ну, я вам говорю, так вышло, что я не ожидал, что с первой своей книжки, вот, я из музыканта перерасту в детского писателя, я не хочу обратно в музыку. Честно, я очень люблю музыку, я умею хорошо петь, все, но, по-моему, это моя жизнь, ну, построилась правильно. Угу. И вот уже у меня в руках вторая книжка, которая уходит в набор. Еще я питав, чому лише котята, так да. И собачата, я так розумію, так? Да, есть уже вот собачата с тем же автором иллюстрации Володя Бевза. Он мальчик 17 лет на сегодняшний день. Когда мы делали эту книжку, ему было 14. Вот. Володя рисует, я пишу. И вот эта книжка, которая завтра уйдет в тираж. Это нам из типографии прислали вычитать ошибки. Видите? Угу. Вот. Она уже про собачат. Она уже более взвешенная, более взрослая. Точно так же о добре идет. Но картиночки уже взрослее мальчик рисует. Да, но мне очень приятно, что Господь меня сподобил работать именно с молодым автором, не с уже устоявшимся иллюстратором. А так вышло, и родители Володи Бевзе мне очень благодарны, потому что Володя может действительно с этой книжкой стартовать в мир, ну, как профессионального рисования, профессионального художника. Так, да. Вы сказали, что вы спілкуєтеся с багатьма дітьми, так, с величезною кількістю дітей на цих уроках. А що запам'яталося? Які питання діти ставлять до вас? Може, якісь цікаві, а може, якісь несподівані? Бо діти ж вони завжди несподівані. Щось таке було? Я був в 81-й школі, вона мені чим запомнилась, що я в 81-й школі дав 10 уроків. И мне очень приятно было, что когда я зашел к директору школы, мы не договаривались, я зашел, а она говорит: заходите, наш любимый писатель, заходите. Я вообще фанат ваших рассказов.
И это было настолько потрясающе, что когда прозвенел звонок, я вышел от нее, мне надо было идти к одной учительнице, Лидии, которая также меня приглашала. И вдруг дети мне говорят: Сергей Сергеевич, здравствуйте, как ваши дела, как шпротик, как... И все дети, которые выбежали на перемену, реально меня знали, потому что я успел со всеми пообщаться за 10 уроков. Все: Сергей Сергеевич, здравствуйте, наш писатель, кто притрагивается, кто обнимается. Дети очень хотят обниматься, и это отрадно, это суперски, то есть они прижимаются к тебе и делятся с тобой этой теплотой, это очень приятно. Це дуже приємне відчуття. Це так насправді. До речі, уроки доброти, так? Так. Напоминаю. Нагадуєте, поясняєте, якось роз'ясняєте. А чому ви вчитесь у дітей? Вот. Это очень классная обратная связь. Я не могу быть злым уже. Я всегда кормлю котов и собак, вот, когда иду там с базара, и даже когда... Я же учу детей, я очень часто спрашиваю: вот вы видите замерзающего кота и голодного, что вы сделаете? А девочка одна говорит: мы тут же с мамой этого кота принесем домой, построим ему дом. Я говорю: подожди. Что значит с мамой? Что ты за маму расписываешься? Что ты сделаешь? Как я его принесу? А мама уже... Нет. Я говорю: не надо так. Мама, может, у нее другие дела. Она не... В ее планах не входит этот кот. Нема часу элементарно. Да-да. Ну, то есть ты не начинай. Сколько у тебя обычно есть в кармане денег каждый день? Она такая: ну, 10 гривен. Я говорю: смотри, а сосиска стоит 5. Я проверял, я сам покупал эту сардельку. Но... Ведь это деньги не твои. То есть ты их не заработал. Ну да, они мои. Значит, ты их можешь потратить там на свой завтрак, как это и должно быть. Вот. Давай маме позвонишь и спросишь, мол, да, и вот это руководство к действию. Вот. И я и сам отмечаю себе, значит, я тоже не могу пройти мимо этого кота, раз я учу так ребенка. И очень часто я домой возвращаюсь чуть позже, потому что я стою в очереди за этой сарделькой, кормлю кота или собачку, или птичку. Вот. И это прекрасно. То есть дети меня делают еще добрее, чем, возможно, я есть. Это такое взаимовыгодное співробітництво, можно так сказати, ви теж отримуєте уроки якісь доброти. 100%. І учителя, дуже класні ребята-учителя. От чесно, 90% учителей, яких я бачу в школах, а я їх побачив за останнє час, ведь я був навіть на гастролях, мене пригласили на гастролі в Білгород-Дністровськ на троє суток. Мені виділили і машину, і помічника, все, і у мене була там і гостиниця, і я їздив по Білгород Горднестровским школам. И это было просто, ну, супер, как встречали тебя педагоги, учителя. Реально, моя книжка заехала к ним раньше в управление свиты. Они ознакомились. Ну, меня... было подготовлено. Да. И мне это было очень приятно. И, значит, депутат передо мной поставил задачу, чтобы моя книжка оказалась в каждой библиотеке и в каждой школе веренного его района. Для меня это, ну, честно сказать, мне это очень тепло от этого и классно. То есть, раз тебя оценивают как человека, которому могут доверить все школы Белгород-Днестровска. Я говорю уже не об Одессе, потому что, ну, это очень круто. Это очень классно. Причем самое дорогое детей, выхование детей, можно доверить, я имею на увазе. Конечно, потому что отделы образования, они очень недоверчивые люди. Я знаю, да, это очень недоверчивые, и когда тебя пускают туда, значит, тебе верят, доверяют, читали твою книжку. Ну, до речи, щодо вашей особистости, ну, для мене така загадка, як це так буває, там, ну, припустимо, людина, да, музикант і таке інше, ми розуміємо, що з цим пов'язано, і вдруг якась така трансформація, і він стає дитячим письменником. Дитячим? Як так сталося? Що якийсь тумблер
включився, чи... Слушайте, мне, наверное, перестало интересно общаться с музыкантами, если честно. Я вечно с ними мог отыграть концерт и взять какую-то бутылку водки и напиться, все, и утром жалеть об этом. Честное слово. И как-то оно из года в год, я ведь такой музыкант, который побывал и на различных телеканалах, и на больших гастролях, я объездил, и концерты были, и, это, и деньги, и поездки, и хорошие концерты, и вот, и эфиры, вот. Оно как-то так начало наскучивать. Mm-hmm. Ну, то есть, реально, нету общения, нету продвижения. То есть, все это заканчивается просто бутылкой водки, потом после концерта, вот. И общение как бы не происходит. И я как бы так взял и завязал с этим. Просто, ну, я давно уже не пью, не курю сигарет. И поэтому мои близкие друзья, которые были у меня, они объявили меня вообще сумасшедшим. Мол, как это так, человек, который находится в тусовке современного искусства и на самой передовой как бы сцене, вот вдруг как бы так все это похоронил. Я очень, все-таки, да, я очень решение, рад. Очень решение рад. Да. Я приблизился, к, по-моему, к той цели, которую мне дав Господь Бог, вот пройти. Ну, мені так кажуть. І це важливо. Є телефонний дзвінок, пропоную поспілкуватися ще з нашими телеглядачами. Добрий вечір. Добрий вечір, уважаема студія. Так, ми слухаємо вас. Добрий вечір, Сергій. В первую очередь хочу вас поблагодарить за ваши замечательные книги, которые вот вторая увидит свет. Откройте секрет, какая будет третья книжка? И спасибо вам большое за ваши вот хорошие слова, за ваши глаза горящие, за вашу доброту, которую вот просто вы излучаете с экрана. Спасибо вам большое. Ну, какая будет третья книжка? Спасибо. Дякую, дякую за питання. Третья книжка, вы знаете, мы только с женой сегодня, с моей женой обсуждали. Дело в том, что моя жена тоже детский писатель и пришла она к этому, думаю, не благодаря мне, а благодаря тому, что она хотела заниматься журналистикой и пописывала рассказы такие. Конечно, когда мы живем уже вместе, ей тоже хочется писать о чем-то таком детском, потому что мы бываем во многих школах, моя жена еще и оператор по совместительству, вот. И она пишет такие вот, я о собачках, о котятах, да, а моя жена пишет сейчас о птичках. И, возможно, мы соединим наши усилия, и как бы Александра и Сергей Бакуменко будет в новой книжке, например, о птичках или пташка, о пташках она будет называться. Но, возможно, и нет. Я не знаю, как управит Господь, почему. Вот эта книжка вышла ровно год назад. И за этот год мы издали около 2500 экземпляров, и дома осталось пару книг. Мы выпускаем вот эту книжку, и судьба этой книжки, я так думаю, на год, ну, обеспечит украинских читателей. А если найдется издательство, которое предложит выгодные условия, чтобы положить на все полки Украины, да, это будет вообще супер. Или там у, ну, другой страны, например, которая может прочесть там русский, украинский язык или перевести. Это будет супер. Но пока я не знаю. Но говорили мы сегодня как раз о соавторстве со своей женой. У меня прекраснейшая жена Александра. Вот. Думаю, что может быть это третья книжка будет. Да, да, це чудово. Чудові плани, чудові рішення. Ну, на жаль, часу обмаль. Ми з вами зустрічаємося напередодні таких великих і улюблених свят. Не лише з вами, а з нашими телеглядачами теж. І у вас є можливість зараз, так як це телебачення, а телебачення – це магія така. І у нашого гостя, пана Сергія, є можливість привітати вас, шановні телеглядачі, з наступаючими святами, з Новим роком, з Різдвом Христовим. Це, ну, я знаю, це дуже улюблені, дуже довгоочікувані свята такі. Тому слово вам, Боже, дідусь, тут в нас в студії з'явився Дедушка Мороз. Здравствуйте, дорогие мои дети, дорогие взрослые, прекрасные ведущие, все работники вашего телеканала. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я хочу, чтобы каждый из вас был счастлив. И вы, и операторы, и звуковики, и начальство. И чтобы люди, которые вас смотрели, всегда радовались за тех людей, которые вы приглашаете в студию. Я желаю вам счастья, Господней помощи.
щи. И, знаете, самых светлых и добрых дел в 2019 году. Пусть вас Господь выведет на самые светлые дороги. Я хочу, чтобы в нашей стране наконец-то политика ушла на последний какой-то такой момент, да, а на первый, конечно же, доброта, радость, любовь, вот, и чтобы люди у нас в Украине были, знаете, как раньше, зажиточными, чтобы всегда на столе была и еда, и счастье, и радость. Я вас вітаю, поздравляю. Дякую. Так. Дякую. Дуже приємно, бо ще раз нагадаю, що телебачення – це така магія, і ось таким магічним образом з'явився дідусь наш Мороз, привітав так всіх телеглядачів. Ну, а мені залишається лише приєднатися до ваших привітань і нагадати телеглядачам наш ітоги, наші інтерактиву, того питання, яке ми сьогодні ставили до вас, так як наша програма добігла кінця. Отже, нагадую, ми сьогодні питали у вас, яка функція дитячої літератури найголовніша. Три варіанти відповіді було, і 34% наших телеглядачів вважають, що все ж таки освітня, 45% вважають, що виховна, і 21% вважають, що розважальна. Дякую вам за голосування по інтерактиву, дякую вам за ваші дзвінки, питання, за такі теплі слова. Ще раз вітаю вас з наступаючими святами, з Новим роком, з Різдвом Христовим. На все добре і до зустрічі в новому році.